В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков провел рабочую встречу с педагогами Ликинской школы. Центральным вопросом совещания стала реализация проекта инициативного бюджетирования, приобретение специального оборудования для нужд образовательного учреждения. Как сообщил Дмитрий Голубков, процесс идет в соответствии с графиком. На данный момент уже проведены конкурсные процедуры и заключены контракты. Завершение монтажных работ намечено на ноябрь этого года.